Если вы решили обменять свой автомобиль с пробегом и уже выбрали новый автомобиль, мы обязательно делаем визуальный осмотр вашего автомобиля. Если автомобиль сильно загрязнен, его нужно обязательно помыть. Мы его отгоняем на мойку, моем и делаем визуальный осмотр автомобиля. В чем заключается визуальный осмотр автомобиля? Это наличие сколов, наличие повреждений по кузову, обязательно осмотр внутренности салона должен быть и был ли в крупных ДТП автомобиль. Если вас устраивает цена за автомобиль, который мы вам дали, мы обязательно загоняем ваш автомобиль на сервисную диагностику, где будет проверяться ходовая часть, где будет сделан контроль геометрии, работа двигателя будет проверяться в обязательном порядке, компьютерная диагностика будет сделана на автомобиле, после чего специалист выдает акт выполненных работ, где полностью говорится об истории вашего автомобиля, о проделанных работах. Если ваш автомобиль не требует никаких вложений, мы остаемся при той же стоимости. Если вы согласны с оценкой, которую мы вам дали за ваш автомобиль, мы едем с вами в ЦОН, где снимаем ваш автомобиль с учета на нашу компанию и едем в дилерский центр, чтобы подписать договор мена. После подписания договора мы вам выдаем ваш новый автомобиль с полным пакетом документов. Далее вам необходимо зарегистрировать свой новый автомобиль в ЦОНе. Еще вы можете обменять свой старый автомобиль на наши автомобили с пробегом, которые прошли полную диагностику и имеют полную юридическую чистоту.